нас они будут. У нас, по всей видимости, Нори не будет. Маграу и Киба закончил Тиберию. И ему можно сказать большое спасибо. Он для нас сделал очень-очень многое. То же самое хотели, наверное, казалось бы, нормально проводить в этом, а получилось то, что получилось, вы видели, увеличилось. А после 10 лет он много выигрывал с командами в высшей степени, порядочной, и даже когда, как обычно, игрок попадает в резерв или там, плохое настроение, он все время очень достойно себя вел. Пожалуйста, все знает. Вы помните, что на прошлом слух, что Лохасовский по социальному возвращается в Динамо. Что вы можете сказать? У нас центральные защитники есть. Во-первых, Лохасов очень долго пропустил, он же не играл сколько. Он не играл с ноября месяца. Где-то, может быть, течение 10-12 дней. Потому-то Это был вопрос, мы знаем, за какого, за которым следили. Индивидуально
получаемый состав игроков шестера выше. Глубина состава выше, и селекционная работа у них поставлена гораздо лучше отработана. Это конвейер. За счет чего? Хорошо, у Динамо планирует навязать бой Шахтеру и не подпустить себе преследователя. Те компоненты, которые вы сказали, есть Шахтера, только немножко другой путь подбора, мы должны улучшить у себя улучшить. И я даже не сомневаюсь, что мы не далеко от Стары, мы не далеко, у нас свои есть преимущества, у нас преимущества есть в украинских игроках, которые могут прибавить, у нас есть резерв в том, что мы должны приобрести квалифицированных одного-два игрока. Вот на этот резерв мы будем опираться. Значит, резерв наш, мы не сдаемся, мы полны оптимизма. Дать бой, вернуть свое лидерство. Мы будем работать. Еще хотел бы я сказать большое спасибо болельщикам, которые, особенно в международных матчах, нас очень сильно поддерживали в игре с Шахтером. Хотел бы, чтобы на простые матчи все-таки немножко побольше стадион в центре города, заполняемость не совсем достаточная. А так им большое спасибо тоже за понимание.